нужно ли краситься и наряжаться в обычной повседневной жизни. Я задавалась долго этим вопросом, и вот 2 года, пока мы живем в Америке, я старалась не краситься. Тут, в принципе, когда ты думаешь, ой, меня тут никто не знает, а куда мне краситься? А в Киеве я просыпалась, и это было просто автоматически мой утренний, ой, ты, боже, кафа какая непослушная, ритуал. Краситься, наряжаться, а потом я уже выхожу, попила кофе, и дальше день как-то сам складывается. А здесь мне было лень, бессмысленно, неинтересно, ради кого, ради чего. И вот спустя 2 года, когда у меня прошла вот эта ужасная апатия адаптации, я анализирую, боже, такое счастье краситься для себя, наряжаться для себя, просто выложить одну фотографию в соцсети, сделать одну сторис. Но я целый день смотрю в зеркало и думаю, боже, какая красивая. Я и без макияжа красивая, и вы красивые. Но с макияжем каждый раз новый стиль, это же круто.